Компания Element предлагает тены на овальном фланце, на бойлер Ariston. Тен с выпуском. Имеет мощность 1,5 кВт. Сделан полностью из меди и впаян на латунный фланец. Фланец прижимается болтом по центру к большому фланцу. Установка тена производится изгибом вниз. На тене есть крепление М6 под анод. Анод советуем устанавливать каждый раз при установке или замене тена. Он нужен, чтобы облуждающие токи не разъедали сам тен. Чтобы установить тен в бойлер, нужно к овальному фланцу с прокладкой прикрутить тен. Бортик на прокладке должен лечь посадочное место на тене. Если он не ляжет в свое место, то тен может дать течь. Потом вся эта конструкция устанавливается в горловину бака. На данные тены устанавливаются термостаты только штыревого типа. Этот тен, фланцы, аноды, терморегуляторы и прокладки вы можете приобрести у нас на сайте elementtem.com.ua или по телефону 050 631 97 99. Ссылка на наш сайт находится в описании под видео. Работаем по всей Украине.